Ну, здравствуйте. Здравствуйте, наши любимые зрители. Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста. Я, как всегда, говорю, что я работаю бабой-ягой. Так нужно. Людей мало, поэтому иногда бывает очень эмоционально. Ну, здравствуйте. Прежде всего я обращаюсь к тем, кто пришел к нам впервые. Мы приветствуем вас и поздравляем с вашим правильным выбором. Вы правильно выбрали зал, вы правильно выбрали концерт, вы правильно сделали, что сюда пришли. Сюда, в культурно-досуговый центр Московский на Варшавской. Я напоминаю, что все наши концерты, все наши спектакли и творческие встречи как раз размещены на информационном стенде, и вы можете с ними ознакомиться в любое время. Ближайший наш концерт 3 апреля, в субботу, 18 часов. Здесь вас ждут артисты, квинтет 5 молодых людей. Они будут петь акапелла, весенний концерт. Ну и все остальное не буду занимать ваше внимание, красть ваше время, ради которого вы сюда пришли. Что же нас сегодня ждет? Сегодня удивительный концерт, который мы отменяли дважды. Первый раз этот концерт должен был состояться ровно год назад. Не получилось. Пандемия. Потом этот концерт должен состояться был осенью. Заболели главные исполнители. И тоже мы вынуждены были его отменить. Вместо этого концерта должен был выступить всеми вами любимый Денис Яковлев с сольным выступлением, с сольным концертом. И его постигла та же участь, и он, к сожалению, заболел. Но сегодня он здесь. И это главное. Вот. Так вот, я с удовольствием объявляю наш концерт сегодня состоявшимся. Я с удовольствием приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов, актрису, певицу, артистку самых популярных российских мюзиклов Алину Атласову и композитора, поэта, музыка и песни которого будут звучать сегодня весь вечер на этой сцене, заслуженного работника культуры Михаила Лихачева. Встречайте! Дождь шел по улицам непрошенный, только в этом его вина. Солнца нет, ну что же в том хорошего? Грустная картина из окна. А мне казался дождь играл души, словно он из лета к нам пришел. Все вокруг дышало только радостью. Мне с тобою было хорошо. Все вокруг дышало только радостью. Мне с тобою было хорошо. Печаль всегда питает разрушения, когда с тобой заводишь разговор, но не забыть счастливые мгновения, печаль от всех пойдет наперекор. А недавно помню зорьки ранние, с тобой делили пополам. Ветер убегал, поля бескрайние, и тепло дарило
лето нам. А улица непрошенный, совершая свой привычный путь. И спешили редкие прохожие, от него укрыться как-нибудь. И спешили редкие прохожие, от него укрыться как-нибудь. Добрый вечер, наши уважаемые зрители, наши уважаемые друзья. Мы очень рады, что наконец-таки мы на этой сцене и имеем возможность сегодня пообщаться с вами и подарить свое творчество. Вы знаете, неспроста мы на этой сцене вдвоем. И почему наш концерт называется «Презентация»? Концерт-презентация, потому что у меня родилась идея, я предложила Михаилу создать наш общий диск. Это то, что мы вместе, так скажем, сотворили, сделали, создали за 7 лет нашего сотрудничества. И мне кажется, что это прекрасно, когда, вы знаете, соединяются две творческие личности, два творческих пути вот в чем-то одном. И очень здорово, что нам помогли в издании диска «Бомба Питер», и теперь у нас есть как бы доказательство того, и, можно сказать, такой маленький сборник нашего совместного творчество. Хорошо. Я буду петь. Да. Хочу представить вам композитора, педагога, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Да. Михаил Лихачев. Счастье стало нам непослушным. Глаза, а вокруг шумят фонтаны. В тишине аллей я тебе шептал, что прекраснение встречал. Незаметно наши дни летели, это был любви рассвет. Оглянулись через три недели, а былого счастья нет. Счастье стало непослушно, дай нежные мечты. Мне красивых слов не нужно, мне нужно одна лишь ты. Пусть сомнения любые нас обходят стороной. Я хочу, чтоб ты любил, чтобы ты была со мной. Можно, можно. Если рядом ты, значит на душе настроение. И скажу одно, то, что ты уйдешь, не поверю никогда. Подаришь мне сегодня вечер, ты должна меня понять. Не бывает в жизни счастья ведь, но зачем его терять? Счастье стало невозможно, дают нежные мечты. Мне красивый слов не нужен, мне нужна одна лишь ты. Пусть сомнения любые нас обходят стороной. Я хочу, чтоб ты любила, чтоб ты была со мной.
послушно дают нежные мечты. Мне красивых слов не нужно, мне нужна одна лишь ты. Сомнения любые нас обходят стороной. Я хочу, чтоб ты любил, чтобы ты была со мной, чтобы ты была со мной, чтобы ты была со мной. На сцене Алина Атласова. Почему я ее люблю, ценю, уважаю? Потому что, во-первых, она потрясающая актриса. Она и певица, она прекрасно поет. И у нее отличное актерское мастерство. Она владеет словом. Она настолько ответственно относится к каждому выступлению. Если бы все артисты относились, у нас был бы порядок. И самое главное, наступила эпоха другая, каверов. Все будут каверы. Старые, хорошие песни. Ничего не имею против. Сам играю на баяне. Все эти песни. Но композитору, вот пока он живет, хочется показать новые песни. И вдруг находится один чудак. Это Алина Атласова. Говорит, давайте новое. Новые песни. Новое имя, новые песни. И появляются новые эстрадные песни. Стихи, на стихи Есенина, романсы. И целый спектакль «Снежная королева», где мы расскажем, Алина даже выступила музыкальным редактором всего спектакля. Она была единственный музыкант и научила всех петь, двигаться и быть эмоциональными. Итак, эстрадная песня «Где живет любовь моя» исполняет Алина Атласова. Знает звездный небосвод, где живет любовь моя, лишь не знаю я. Я спрошу весной капель, я спрошу зимой метель, у воды и у огня, где любовь моя. А когда увижу, а когда услышу, что пришла любовь моя, будем неразлучны, нам не будет скучно, нам не хватит даже дня. А когда увижу, а когда услышу, что пришла любовь моя, будем неразлучны, нам не будет скучно, нам не хватит даже дня. Загадаю в Новый год, где живет любовь моя, все не знаю я. Может, рядом в двух шагах, может, в дальних городах, кто ответит, не то я, но где любовь моя? А когда увижу, а когда услышу, что пришла любовь моя, будем неразлучны, нам не будет скучно, нам не хватит даже дня. А когда увижу, а когда услышу, что пришла любовь моя, будем неразлучны, нам не будет скучно, нам не хватит даже дня. Яркий свет на землю льет, и узнаю скоро я, ну где любовь моя? А когда увижу, а когда услышу, что пришла любовь моя, будем неразлучны, нам не будет скучно, нам не хватит даже дня.
меня. А когда увижу, а когда услышу, что пришла любовь моя, будем неразлучны, нам не будет скучно, нам не хватит даже дня. Нам не хватит даже дня. Нам не хватит даже дня. Как приятно! Михаил, спасибо вам большое. Сегодня у нас присутствует наш гость. Очень приятно видеть Михаил Дорофеев, ведущий на радио «Мария». Так что тоже присоединяйтесь, слушайте всегда. Вы знаете, творческие пути певцов и композиторов, они бывают разные. Наш путь с Михаилом творческий, да, такого творческого союза, начался в 2012 году в театре «Алека», музыкальный спектакль «Снежная королева», где мне выпала честь и по сей день исполнять роль Герды. И вы знаете, это очень, это, наверное, такая вторая моя главная роль. И это очень, знаете, спектакль, пропитанный вот любовью, теплотом, теплом, добротой. И очень прекрасно, когда он существует столько лет. Очень мало спектаклей, которые выдерживают пятилетие, но мы стараемся, и мы уже немножко перешагнули этот этап. И очень приятно, что люди ходят, и мы имеем возможность его играть, потому что музыка Михаила, она создала определенное настроение, определенную атмосферу, ну, наверное, которая стала уже такой, знаете, нашей частью, потому что мы без нее даже не можем. Герой. Да. Получилось так. Я живу здесь 66-го года. Хожу в магазин. Никаких театров не было. 66-го года живу. Вдруг появляется театр. Ну, все театры в городе где находятся? На Невском. В центре. Здесь на 10 районов нет театра. И вдруг Олег. Я пришел. Алексей Сергеевич Козырь. Я говорю, вам композиторы нужны? Нужны. Я как раз тут взрослый спектакль ставлю. Нужны детские. Детей полно, район такой. Вот. «Снежную королеву». Можно писать? Я могу. Пошел домой, прочитал Андерсена. Расплакался. Такая сказка отличная. И написал песню Герды, которую сейчас прозвучит. И потом, Алин, ведь я же не просто дома сидел. Я искал в феврале 2012 года «Снежное царство». А где его можно найти, скажите? На заливе, курорт. Сидят рыбаки, лед. 10 рыбаков ловят рыбу. Одни снега и льды. И там песенка Кари, песенка «Снежной королевы». Я принес Козырь, говорит, нормально, хорошо. В сентябре появляется группа. Денис Замиралов, отличный режиссер. Собрал отличную команду. Ну, я не знаю, рассказать нужно. Давайте скажу, Алина Атласова играет Герду, Иван Сухов играет Кая. Анастасия Нестеренко блестяще играет королеву, Александр Голубев – ворон, Александр Волков начинал, играл оленя, и кто остался? Кукла – Натали Козырева, да? Марина Суханова. Играет отлично, я как композитор не то что доволен, я посмотрел из 90 спектаклей, которые прошли за 9 лет, наверное, 60 или 70, и каждый раз плачу. Папа приходил, плакал, потому что они доводят до слез. Ну вот, ну что, ну Кайзер мерз, королева такая, кто? Герда, инициатор, она идет, идет, и все, там, цели, и все кончается хорошо. Отличная сказка. Дети поют песню прямо в спектакле. Это здорово. Алина научила всех петь и поет эту песню. Ну, приходите, когда там спектакль? Во время? 17 апреля спектакль для тех, кто пришел в это здание. С папой, да? Шутка. Хорошо. Итак, песня Герды в исполнении Алины Атласовой. Прошу. Oh,
шли беззаботно светлые дни. Средства от печали, а
хорошо. Вы поверите, едва ли я нашел средства от печали. Артист детского театра на Неве Иван Сухов. Сильно было тогда, 120 лет мы отмечали. Эти романсы я сочинил, когда мне было 14 лет, 20, до армии, после армии. И искал певца. Среди многих певцов в городе нашел Сергея Зыкова. И очень благодарен за то, что он записал на студии «Мелодия» первый альбом романса Есенина. И потом поверил в Сергея, потому что он некоторые романсы не просто проживал, он даже просил немного менять где-то музыку, где-то, потому что он родился в деревне, под Вяткой, в Кирове, и хорошо знает вот эту жизнь деревенскую, о которой пел. И поэтому я перечитал снова Есенина в 2015 году и создал новые 16 романсов, которые мы снова записали Сергеем Зыковым. Но некоторые романсы показалось ему не для мужского голоса, и поэтому Алина Атласова нас здорово выручила и спела 5 романсов в этих двух дисках. Работа, которой мы гордимся. Мы недавно дали концерт на «Мойке 12», посвященный уже 125-летию нашего гения. Пушкин, Лермонтов, Есенин, наверное, самые выдающиеся поэты, и каждого свое место в литературе и в искусстве. Вот. Я приглашаю сейчас на сцену Алину Атласову и замечательную пианистку, лауреата международных конкурсов Мариам Вартапетян. Спасибо. Поет зима, аукает. Сергей Есенин, Михаил Лихачев.
Следующий романс называется «Вечер». Сергей Есенин, Михаил Лихачев. На лазоревой ткани пролил пальцы багрянец, в темной роще по поляне плачет смехом бубенец. Затуманились лощины, серебром покрылся мох. Через прясла и обины кажет месяц белый рог. По дороге лиховой разбивая пенный пот, скачет бешеная тройка на поселок в хоровод. Смотрят девушки лукаво на красавца сквозь плетей. Парень бравый, кучерявый, ломит шапку на бекрень. Ярче розовые рубахи, зори вешние горят, позолоченные бляхи с бубенцами говорят. Смотрят девушки лукаво на красавца сквозь плетей. Парень бравый, кучерявый, ломит шапку на бекрень. Еще один романс мы бы хотели вам представить. «Заметает пурга». Сергей Есенин, Михаил Лихачев. Заметает пурга белый путь, хочет в мягких снегах потонуть. Ветер резво уснул на пути, не проехать в лесу, не пройти. Забежала коляда на село, в руки белые взяла помело. Девы, нелюди, люди, народ, выходите с дороги вперед. Испугалась пурга на снегах, побежала скорее на луга. Ветер тоже с просонок вскочил, да и шапку с кудрей уронил. Забежала коляда на село, в руки белые взяла помело. Ивы, нелюди, люди, народ, выходите с дороги вперед. Забежала коляда на село, в руки белые взяла помело. Утром ворон к березеньке стук и повесил ту шапку на сук. Браво. Спасибо. Мариам Вартопинян. Ая Власова и Марьяна Рапетян. Маша записала на студии мелодии, где писались знаменитые оркестры и солисты. Три диска. Спасибо ей огромное. Продолжаем концерт. Вот еще «Дом пандемии». Такая была эпоха «Дом пандемии». Помимо диска, который мы сейчас показываем, «Верю в свое призвание», вышло еще два диска. Я их 3 года писал песни. «Жизнь», где я пою сам, и «Звезды в вышине». Здесь несколько артистов, которые поют разные песни. Знаете, очень здорово, когда звезды можно зажигать, даешь песню, и певец или певица дает жизнь каждой песне. И тебе надо подобрать каждому исполнителю свою песню. Видите, это все и дальше на концерте. И поэтому я хочу представить одну звездочку сегодня на этом вечере. Анастасия Есина. Она 20 лет мечтала петь. Ей сказали, что петь не будешь никогда. Она сказала, почему? И ждала 20 лет. 3 года назад мы познакомились. Она начала робко читать стихи, потом робко подпевать. А потом за 3 года записала 22 песни на студии. И выступила у нее в скольких концертах и дала несколько сольных концертов. Вот. А сегодня мы вам покажем песню, которую записали буквально 3 недели назад. «Этой белой ночью». Thank you.
встретим, если хочешь, первую зарю. Будем говорить с тобою нежно о любви. Этой белой-белой ночью только позови. Ты возьми мои ладони, закружи над синевою. Не скрывай своих счастливых и манящих глаз. И моя душа утонет в океане лоскутоне. Этот город познакомит нас. Посмотри, какое небо, просто красота. Этот город на ветре, зимняя мечта. От ворота и дорога музыка живет, а для нас наградой будет белый теплоход. Ты возьми мои ладони, закружи над синевою. Не скрывай своих счастливых и манящих глаз. И моя душа утонет в океане лоскутоне. Этот город познакомил нас. Мы с тобою так крутили, где билетов нет, где горит сердце радостью. Будем долго целоваться, но посмотри с тобой. Этой белой-белой ночи сердце мне открой. Ты возьми мои ладони, закружи синевою. Не скрывай счастливых и манящих глаз. И моя душа утонет в океане. Этот город познакомит нас. Ты возьми мои ладони, закружи над синевою. Не скрывай своих счастливых и манящих глаз. И моя душа утонет в океане лоскутоне. Этот город познакомил нас. Песня «Весна». Это твоя любовь.
Анастасия Есина, лауреат всероссийского конкурса «Ветер надежды». Спасибо. Ребята, ваши бурные аплодисменты. Человек 20 лет ждал и запел, и написал. Я начала петь, я начала жить. Давайте сделаем бурные аплодисменты именно Анастасии. Это премьера песни и премьера Насти на такой большой сцене. Спасибо! Приближалась Олимпиада. В 2013 году я очень долго сочинял сложную композицию, которая была посвящена Олимпиаде. Хотел, чтобы она прозвучала на открытии. Так не получилось, но получилось немножко по-другому. Я искал солистов молодых. В театре Олега нашел Алену Атласову. На конкурсе «Невероятный отбор» нашел Дениса Яковлева. Молодые, потрясающие ребята записали на студии Дома радио эту песню с двумя хорами. Песня уехала в Липецк. Мы поехали все туда и получили гран-при на первом всероссийском конкурсе спортивной песни. Потом эта песня прозвучала 27 октября 2013 года на Дворцовой площади. Понимаете, для нас, простых смертных, исполнять песню на Дворцовой, когда идет эстафета Олимпийского огня, единственная песня от города наша, и они открывают концерт. Денис, Алина, красавцы. Эстафета Олимпийского огня шла по всем городам, она зашла в наш город, и мы выдали эту песню. Эта песня звучала достаточно часто, в Сочи она не попала, к сожалению, это не я виноват, потому что далеко до Сочи. Но мы сделали эту песню. Мне говорили, там, ну, допустим, все куплено, не надо ничего делать. Почему? Я проверяю свои силы. Могу я сочинить песню? Можем мы спеть или нет? Мы не говорим про деньги. Мы говорим, можем или нет мы сочинить. Мы сочинили. Мы спели. Мы нашли возможность ее исполнить в нашем родном, любимом городе на Дворцовой площади. И сейчас для вас поют лауреаты международных конкурсов Денис Яковлев и Алина Атласова. Спорту скажи «люблю». Упорнее борьба,
Поехали! Алина Атласова и Михаил Лихачев, композитор. Олимпийские чемпионы! Да, до олимпийских чемпионов мне, по крайней мере, еще бегать и бегать по Дворцовой площади. Друзья мои, давайте еще раз подарим аплодисменты этим замечательным артистам, замечательным композиторам. Вы знаете, для меня сегодня честь присутствовать здесь. Видите, уже вот целый год прошел, как мы не виделись. Но какое счастье видеть ваши улыбки под масками, ваши блестящие горящие глаза. На самом деле, ради этого и живет артист. Ради аплодисментов, ради ваших улыбок и горящих глаз. Спасибо за нашу встречу и спасибо за то, что жалуете аплодисментами замечательных санкт-петербургских артистов, артистов санкт-петербургской эстрады. Наше сотрудничество с Михаилом Юрьевичем началось примерно так же, наверное, лет так вот 6-7 тому назад. И он мне предложил сразу огромное количество песен. Я, право, так растерялся, думаю, надо что-то выбрать такое под себя. И вы знаете, вот получилось у нас выбрать несколько замечательных песен, на мой взгляд, песни, которые трогают душу, и песни, у которых, ну, безусловно, есть будущее. Потому как все-таки сейчас время не самое, ну как сказать, не дают творческим прекрасным композиторам дорогу на большую эстраду. А так бы хотелось, на самом деле, чтобы настоящие артисты исполняли песни настоящих композиторов. И вот хотя бы в таком формате, но у нас есть такая возможность. Признание, слова и музыка Михаила Лихачева. Стала ты родной, словно луч загорелся вдали ночной. И, не пугаясь тревожных дней, стала ты моей. Знай, столько лет я так ждал тебя, как я жил, я прожил эту жизнь, любя. Все в звуках музыки я сказал и тебе отдал. На земле все же нет чудес, что искал я, просил у святых небес. Да, среди звезд и других миров я искал любовь. Звезды других миров встретимся мы вновь. Меня стала ты одной, словно луч загорелся вдали ночью.
и не пугаясь тревожных дней, стала ты моей. Стала ты Почему я обожаю певца Дениса Яковлева? Потому что он может петь вот такие проникновенные песни, понимаете? Кто такой композитор? Он сидит и мучает этот рояль, баян, там, сочиняя стихи, музыку, он весь изрыдается, весь плачется. Я не могу эту песню петь, я буду плакать. А вот приходит человек и не плачет, а вы плачете, и это артист. Поэтому, Денис, это обалденная песня, я... Вам говорил в ноябре, что я бы ее посвятил Ирине, которую я совершенно недавно нашел. Мы 3 года вместе даже поженились. Да, потому что эпоха пандемии требует, чтобы люди были вместе и помогали друг другу. Ириша, эта песня тебе. Спасибо. Есть, я снова представляю Алину Атласову. Вы готовьтесь к следующей песне. Чья новенькая леточка идет сегодня. Спасибо. Итак, песня «Возвращение». Поезд уносит меня в непроглядную тьму. Рушится снова мечта, превращаясь в мира. Только казалось прижать. Все исчезает, как это в словах передашь. Словно безумие, не понимаю я стена. Но почему ты меня не сумел удержать? Как я устала в дороге без цели одна. Снова тебе не успела. Выхода нет, понимаешь, мой нежный кумир. Там, где есть ты, обретаю любовь и покой. Как я хочу поменять этот призрачный мир. Развиваются. Вот Михаил, это мне очень нравится, что Михаил, это вот в хорошем смысле сейчас будет слово произнесено, плодовитый композитор. Понимаете, у него не заканчивается запал, энергия, и постоянно хочется что-то творить, хочется петь. Очень... Да, да. И вы знаете, очень здорово... Вот... Недавно было 35, Алине 18.
для исполнителя, знаете, очень важно, когда есть какой-то свежий материал, в котором он может быть индивидуальностью, личностью. А у меня есть свежий материал. Да. Вот, поэтому за это, Михаил, тоже вам спасибо. И, знаете, ну, очень приятно, вот, когда свежий новый материал ты несешь в публику, несешь зрителям. Это очень здорово. И я снова хочу пригласить тоже своего коллегу, прекрасного певца-исполнителя, который составил нам сегодня компанию и наш гость нашего вечера. Денис Яковлев снова на этой сцене. Следующая песня, я ее представлять не буду, она просто называется «Ты не сказала нет, ты не сказала да». Ну и, собственно, все в этом уже и о женской сути, и о природе, и о взаимоотношениях мужчины и женщины. Все становится понятно. Маэстро, прошу. Ты не сказала нет, ты не сказала да. Где же искать ответ на твой вопрос и когда? Ты не томи меня, сердце полно огня. Знаю, что скажешь да, но вот когда? За высокими горами и за синими морями можно встретить счастье без труда. Но не будь же так сурово, и скажи мне только слово, и скажи мне только слово «да». Солнце нам дарит свет, звонко журчит вода. Я не хочу, чтоб нет, я бы желал, чтобы «да». Трачу я даром дни, ты хоть бы намекни, знаешь, что скажешь да, но вот когда? И за высокими горами и за синими морями можно встретить счастье без труда. Но не будет так сурово, и скажи мне только слово, и скажи мне только слово «да». Но не будь же так сурово, и скажи мне только слово, и скажи мне только слово «да». Что же это за секрет? Мне прямо с ним беда. Ты не сказала нет, не говоришь так же «да». В этом всему виной, если честно, трудный характер твой. Знаешь, что скажешь «да», но вот когда? За высокими горами и за синими морями можно встретить счастье без труда. Да-да, но не будь же так сурово, и скажи мне только слово, и скажи мне только слово «да». Но не будь же так сурово, и скажи мне только слово, и скажи мне только слово «да». Но не будь же так сурово, и скажи мне только слово, и скажи мне только слово «да». Михаил Лихачев, композитор, которому всегда говорят «да». Денис Яковлев. Если можно погромче, позабудь свою печаль. Танцуем. Ходишь, не дотрогай, разве можно так? Мне же нужно так немного.
правда в сущности пустя. Погуляем, потанцуем на исходе дня и горячим поцелуем на крыльях меня. Эй, кому свою печаль я открою, на счастье дверь с утра я повторю, как тебя люблю. Эй! Это что за наказание видеть красоту? Неприступное создание в вечную мечту. Стоки, ахи, это враги, это прошлый век. Тут же беззаконным прыгнет каждый человек. Эй, потому свою печать я открою, да счастье верю, в сотый раз я повторю, как тебя люблю. Все же я не очень старый, меньше 40. Я играю на гитаре, дома есть пруда. Скоро я настрою дачу, это не вопрос. Полюби, а то заплачу, будет может все. Эй, потому свою печаль я открою, да счастье двери сотый раз я повторю, как тебя люблю. Потому свою печаль я открою, да счастье двери сотый раз я повторю, как тебя люблю. Это какой? Второй белорусский танцует это, да? Настя? Анастасия Есина? Вместе споем рок-н-ролл. Танцуйте. Настанет день веселья и радости. Рок-н-ролл. Настанет день веселья и радости, душа взорвется тысячу огней. Полят цветов, подарят море сладости, потоки тысяч солнечных лучей. И только раз притихнув от усталости, быть может, я невольно загрущу. Настанет день веселья и радости, я этот праздник задержу, не отпущу. Я буду ждать день радости и нежности, когда душа сметнется в небеса, когда шальной ударит ветер свежестью. Моих надежд наполнит паруса. Лишь поутру пойдет роса хрустальная, заря сойдет над чистою землей. Настанет день и ночь многострадальная, за горизонтом растворяет пропадет. И все-таки это вечер Алины Атласовой, и она снова в центре. Спасибо вам большое. Хочется сказать за то, что вы этот вечер провели вместе с нами. Мы надеемся, что таким авторским творчеством мы смогли немножко наполнить ваши сердца и добавить вам хорошего весеннего настроения. И я желаю вам верить в себя, несмотря ни на что, верить в лучшее и жить сегодня настоящим. И не давать никаким сложностям, проблемам и ситуациям загубить или забить вашу веру, ваше светлое. И почаще улыбайтесь, дарите улыбки, тепло, объятия. Это же так важно, особенно сейчас. Я хочу сказать, что музыка дает тонус человеку, а ковид боится тонуса.
Поем? Да. Так что верьте в свое призвание, и обязательно все сбудется. Второй белорусский. Залу и возможности выступать на сцене. Это самое лучшее время в жизни. Спасибо вам, дорогие артисты, за ваше творчество, за вашу энергетику, которую вы нам подарили, за ваш профессионализм. Спасибо огромное. Надеюсь, это не последняя встреча в этом зале. А вы, дорогие зрители, не забудьте оставить свои отзывы о концерте. Мы всех их передадим нашим артистам. Спасибо. Спасибо, мы вас любим. Будьте здоровы и счастливы. Когда душа в
метнется в небеса, когда шальной